Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Моими соведущими на сегодня будут Патюля. Привет! И Лера. Привет! На прошлой передаче я у вас спросила, любите ли вы лепить? Вы мне что сказали? Да. Да. Еще я спросила, каким пластилином вы любите? Вы сказали, по-моему, разницы нет, да? Любым пластилином вы любите лепить. Ну вот сегодня я, услышав вас на прошлой передаче, приготовила воздушный пластилин. Я думаю, что все знакомы с этим материалом. Это очень податливый, мягкий и, самое главное, практичный материал. То есть мы лепим какую-то деталь, ждем определенное время, да, она застывает, и все. И больше она не пачкается. Она сухая, да, вот он сухой. Это больше похоже даже на такой облегченный вариант полимерной глины. Итак, сегодня будем лепить с вами индюшку. Индюшка у нас будет интересная, не простая, она у нас будет разноцветная. И сама она тоже по себе будет не белая, не бежевая, а такая, какую вы захотите. Выбирайте, пожалуйста, один пакетик. Это сейчас мы будем выбирать цвет самой индюшки. Я бы вам посоветовала, конечно, светлый, потому что потом будем мы добавлять яркие детальки. А там смотрите, как хотите. Я так тонко намекнула. Так, теперь украшения есть на руках? У меня есть. Убираем, чтобы пластилин не остался там. Так, держим. Сейчас я... Ну, вытаскивай. Я тебе сейчас помогу открыть. Посмотрите, целый пакетик пластилина мы берем, делим примерно где-то 30 на 70. Вот. Побольше и поменьше. То есть у нас должен быть побольше кусочек и поменьше. Из большого кусочка сейчас мы должны сначала скатать шарик, а потом сделать небольшой овал. Сначала катай шарик. И из маленького кусочка тоже. Материал сохнет достаточно быстро, поэтому и работаем мы тоже быстро. То же самое. Делай шарик и потом из этого шарика. Так, молодец. Сделала уже овал. Хорошо. Так, а теперь из маленького кусочка, смотрите, мы делаем такую колбаску. Это у нас будет шея и голова. Затем вот так нагнем, вот так загибаем, вот сюда. И это сразу же вот так приклеиваем. Вот так. Вот. Вот. Вот так. Тебе, получается, помогла, да? Ты покажи пока, какой формы должен быть. Так, давай тебе тоже помогу. Ты овал сделала? Так, теперь из этой колбасочки быстренько вот так. Раз. И сразу же зажимаем. Напоминаю, что это материал, он податливый, но такой немножко капризный. Если склеивать детали, то склеивать сразу. Сейчас это больше похоже, я не знаю, на какую-то улитку. Даже? Но она у нас сейчас уже... преобразиться. Еще у индюшки есть такой характерный отличительный знак. У нее вот здесь на клювике вот так перекинут, как будто язычок. Это тоже у нас здесь будет. Сейчас мы это все сделаем. Держи. Теперь возьмем оранжевый цвет, так как оранжевого цвета у нее клюв, и сделаем клюв. Так, держи. Катай шарик. Можешь положить пока. Держи. Катай шарик. Сейчас сразу же сформируем вот так вниз, чтобы она у нас стояла вот здесь ровненько. Вот так. Ага, у тебя есть. Теперь из этого шарика, смотрите, мы так просто вот так раз зажмем, вот здесь вот так сделаем, и здесь. И это у нас будет что? Клюв. Клюв. И его быстренько приклеиваем. Смотри, вот прям. Туда как будто, не знаю, наращиваем, как правильно сказать. Так, вот так нормально. Сделала? Теперь смотри, зажимаешь. Раз, два. То есть такие защипы. А эту часть мы выравниваем. И это сюда. И теперь вот смотрите, берем вот сюда раз, вот так два. И по бокам. И он как будто прирос сразу. Держи. Далее мы делаем здесь ножки. Ножки будут красные.
должны скатать 4 колбаски. Так, вот смотрите, примерно какой ширины, сейчас я вам покажу, какого размера. Вот, вот такие. Вот так давайте, идите, я вам тоже покажу. Убегает. Вот, первая колбаска. Так, 2, 3, 4. Держи. Раз, 2, 3. Начинаем катать. Угу. Так, так. Если пока не работаете воздушным пластилином, его нужно закрывать. Или же просто накрывать какой-то емкостью. Чашечкой можно или тарелочкой, разницы нет. Так, мы с этой стороны колбаски приклеиваем. И вот с этой. Раз, два. Пока вот такая она у нас. Держи. Приклеивай точно так же. Приподнимаем, давай. Сюда. Раз, вторая. Ой, приклеилась. Вот эту дай. Давай, вот так. И здесь то же самое. Приклеивай. Вот сюда. Вот так. Держи. Хорошо. Теперь делаем крылышки. Крылышки какого цвета хотите, здесь уже выбирайте сами. Какого цвета хотите? Желтый? Зеленый. Давай, открывай. Сейчас я покажу сначала, сколько нужно. Берем небольшой размер. Как делаем? Шарик скатали. Примерно вот. Как орешек. Теперь мы вот так берем, чуть-чуть нажимаем. Вот здесь. Вот. Мы формируем такой листочек. Сейчас покажу. Я тебе сейчас помогу. Вот. Это будет первое крылышко. Его ты приклеиваешь вот сюда. Поняла? И точно так же делаешь вторым. Хорошо? На. Да. Держи. Ты поняла, как делать? Так. Открываем. Держи первый шарик. Второй я тебе помогу. Молодец. Теперь там вот так. Угу. Да. Такие защипы. Так. Здесь то же самое. Формируем так. Крылышко. Да. И приклеиваем крылышко. Стоп, 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 стоп. Сейчас будет авария. Вот так. Раз. Убежал. И вот сюда давай тогда уже 2. Наверх. Да? Хорошо. Вот. Так, и осталось нам сделать, сразу же язычок сделаем, который я вам говорила, что вот у нее такой перекидывается. Вот здесь вот сюда так. Опа. И будем делать хвостик. А хвостик у нее будет из колбасок разных цветов. Разноцветный. Это вот сюда. Вот так. Все, теперь я вам даю. Держите. Несколько разных цветов вы берете. Смотрите. Берем, катаем колбаску. И вот сюда приклеиваем сзади. Раз. Следующая колбаска. Такого цвета. 2. И так далее. Хорошо? Сейчас я еще дам фиолетовый. Чтобы был такой контраст. Держи. И делаем. Держи тебе. Тебе. Желтенький тоже сейчас можно. Держи. Держи. Все, приклеивай сюда, не бойся. То есть у нее хвостик будет такой веером. Так, вот я тебе помогу вот сюда еще приделать. Опа, делай. Тебе помочь? Давай, смотри, кусочек отрываешь. И вот так делаешь колбаску. Первый. Вот сюда. Другой цвет колбаска. Я бы несколько фиолетовых сделала, а ты между ними сделаешь, хорошо? Так, пускай будет вот такой здесь. Теперь бери желтенький. Отрывай, ты очень большие кусочки берешь, поэтому чуть-чуть проблемно получается. Вот. На, еще делай. Да, давай еще какие-нибудь сюда добавим. Давай-ка мы с тобой. Давай фиолетовый еще добавь здесь сбоку, хорошо, по бокам? Так, давай. Прекрасно добавим сейчас. Костик, смотри, он должен быть веером. Так, вот. Сейчас чуть-чуть на помощь придет. Помощь друга.
и с этой стороны. И еще нужно делать. Угу. Еще вот здесь нужно делать. Давай возьмем... Где же красный, чтобы поярче было? Делай. Давай. Сюда. Я сюда, а ты вон туда. Хорошо? Ты туда. Получилось? Угу. Так, хорошо. Ну и осталось нам делать глазки. Молодец. Глазки я сейчас сделаю из фиолетового. Здесь я уже вам помогу. Будем делать такие тоненькие колбаски. Вообще можно дождаться, когда высохнет воздушный пластилин. И на нем еще можно рисовать маркером. Не ручкой, маркером. То есть стержень должен быть такой мягкий и не острый. Но мы не будем ждать и сделаем глазки из пластилина. Здесь я сейчас вам помогу. Делаем тоненькие колбасочки. Раз, два. И из этих тоненьких колбасок вот так сейчас сформируем. Рисовать это, знаете, когда? Когда высохнет. Только тогда можно рисовать. К сожалению, сейчас нет. Но вы можете это сделать потом дома. Держи. Вот раз. И дам еще. Так. Вы запомнили, как ее лепить? Да. Ничего сложного нету, правда же? Так. Или сложно было? Нет. Не сложно? Стоп. Давай сюда. Упал глаз. Все. Все, мы закончили. Покажите своих ярких индюшек. Такие немного уже объевшиеся индюшки, правда же? После новогодних праздников. Такие красивые работы получились у наших девочек, а какие же работы получились у вас, нам бы тоже хотелось видеть. Присылайте свои работы к нам в редакцию. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим, что... Пока! Пока!